можно увидеть другой берег. Офигенная камера. Птичка. Ай, птичка полетела, не увижу. Здесь есть шиповник, но тут есть машины. Кажется, голос вопиющего сзади в честь 40-летия цветочного не слышен на камере. Надеюсь. Да, у нас тут 40 лет цветочному. А мусор не дошел до помойки. Рашка. И не говорите мне взять перчаточку и убраться тут. Скажите это своим детям, чтобы они не кидали мусор. Непонятно где, а кидали в мусорку. Вообще, отменная цветопередача. Sony лучшее, что могло бы родиться. Мы видим берег Волги. Когда-то он был чистым. Когда я была маленькая. Дома, в которых я в свое время хотела жить. Но потом мое мнение поменялось. Сучковатая берёза. Даже не помню, когда я тут последний раз гуляла. Именно в этом месте.
Интересно, шум волн будет слышно? Там камыши? Правда, камыши? Камыши же, да? Или нет? Хз. Все-таки я решила к нему присмотреть сумочку. Или родную, или типа того. Надо только обзоров посмотреть. Как она там внутри него помещается, если есть такие обзоры. 1200-300 где-то так. Точнее, 1299-1300 как-то. 1200-300 стоит сия сумочка сейчас. На сайте Sony 1290, кажется. На DNS 1299 без рубля 300. На зоне вроде как ее вообще нема. Что-то утихомирились эти товарищи. 40-летие мне орут. Я вообще пораньше хотела, но в 10 меня разбудили. Потом я из-за бешеного буйного кота всю ночь, не дававшего спать, отрубилась, а потом, когда уже проснулась, было 3, и только я собралась с мыслями, как начала мне звонить одна моя подруга. Я не против частых общений, но когда это уже так навязчиво становится, навязывают свое общение, то это как-то уже не катит. Мне уже хотелось ее в черный список добавить временно. Есть у нее особенность такая, что она иногда забывает чувство меры включить. Хорошая, но все-таки меня не первый год знает и могла бы понять, что с таким ко мне не прокатит. Что я могу отвалиться во временное необщение вообще. Забыла это слово, которое ее племянница примерно ее возраста говорила из нашей бывшей девчачьей компании. Но суть такой. Вообще интересно, сколько я уже пишу? Я почти в ней разобралась вчера. Прочитала всю инструкцию. Всю-всю-всю, включая. Ну, кроме, уже потом не стала читать различия камер, что где. Сначала я-то думала, что заказывают ту, которая с башмаком, но башмак мне как бы не к надобности. И там какие-то разновидности, то, что есть здесь, в отсутствии башмака, более круче, чем там. Не 4 листик на всю же. Кстати, посмотрим, как она на холодной погоде, возможно, с легким тремором у меня это все будет компенсировать. Ох-ох-ох. Люди могут подумать, что мне нравится тут тусить. Мне правда тут нравится тусить. Грибов я, правда, не нашла. Может, их для меня кто-то нашел? Кажется, там кошка. Кошка, иди ко мне. Правда, ты меня не слышишь, наверное, кошка?
Бордюрчик сделали, чтоб никто не свалился. Но я сегодня попробую делать монтаж энергополкового файла. Кошка, кошка, кошка. Кошка. Кис, 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 кис. Кис, 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 кис. Кошка. О, тут вторая кошка. А тут у нас очередной мусор. Любят жители цветочного поднасрать себе под ноги. Возможно, это те, которые любят есть там, где срут. Где испорожняют свои желудки. Как хорошо, когда нет людей. Хотя, возможно, кто-нибудь наблюдает, как я это делаю. Тут снимаю что-то. Доска с объявлениями или с надписями местных жителей. Я теперь тоже местный житель. Я внезапно это принял. Птички, я все вас пытаюсь заснять, а вы все улетаете. Аки ворон на Эдзуме Эджи. Из Бакумана. Ветер. А это я монтировать даже не буду. Залью как есть. Либо сама нажимаю на кнопочку. В кадре не появляюсь. И сама выключаю эту кнопочку. Перекресток семи миров. Четырех миров. Вон то растение, мы в детстве с сестрой любили лопать его ягоды. А когда ходила по царице, накажись, с одним товарищем, то оказалось, он тоже любит лопать эти ягоды. Ногами. На асфальте. Тут когда-то были мостки, люди стирали шмотки, или плавали, или еще что-то. Ковры, наверное, стирали. Поближе подойдем к этому растению. В цветочном очень много этого растения вообще. Вообще, может быть, я на экшен снимала здесь. Я не помню, может, что-то я снимала на экшен, но не помню, выкладывала или еще не успела дойти до монтажа с тех времен. У меня еще есть один ролик, который
Я снимала дома еще в прошлой квартире с своим мылом и чем-то еще, который, по-моему, так и не дошел, не допилился в монтаже. Начался монтаж, и потом пауза, и как-то оно все. Все еще на том же месте. Когда рука совсем замерзнет, я нажму на кнопочку стоп. Главное побыстрее тогда тут пройти, а то рука уже мерзнет. Я еще погулять хотела. Оно уже так выцвело, что ничего не увидим. Капец. Наверняка что-нибудь обращайтесь хорошо с деревьями, прибитое на дерево. Что тут ветер, хорошо, что я наушники одела. Спасибо Насте Зарецкой за них. Спортивная, наверное, летняя площадка. Здесь когда-то была мусорка. Вот здесь вот. Но тут мусорки не стало, а мусор остался. А неужели трудно с собой положить вот пакет, там, сумку, донести до мусора, перерабатывающего бака и выкинуть туда? Ну что за люди, а? Стол оставили. Стол, по-моему, весной только поставили. Думала, что его ставят, а потом убирают на зиму. Хотя еще не зима. У меня наушники с головы сползают. Но рукой их очень неудобно управлять. Особенно, если вторая рука на камере. Да и двумя руками, когда одна на камере, тоже неудобно. Чего это тут? О, теплоход, походу, дело плывет. В этом году у меня не случилось с теплоходом. Только не фокусируешься. Или, а вот, слишком приблизила. Вот он, наш теплоход. Ну, в смысле, не наш, конечно. Ну все же, тут камень. Этот ролик посвящен тем, кто любит пешие прогулки, но по какой-то причине не может ими заниматься. Или просто любит смотреть, как кто-то шастает и снимает, когда людей тут никого нет. И вообще, я думала, что тут какая-нибудь тусовка, потому что у нас сегодня как бы 40 лет району. И я видела даже афишку, даже на телефон ее сфоткала, но я вообще забыла, что там должно быть, когда. Помимо 10 часов вечера салютика в каком-то месте. Мой пальчик мерзнет. Прям дорога из света по воде. Хотела сказать провода. Провода головного мозга, ага. Трое суток с комбрита. Вчера могла бы вообще пораньше лечь, но что-то меня вот торкнуло в этот бакуман. Вообще приложило меня прилично этим бакуманом. Никитос говорит, что ему подобное слово непонятно. Как-то он по-другому зацепило, сказал. В общем, зацепило меня этим бакуманом. Еле осилила на середине второй сезон. Заглянула в Вики, а потом даже Миурусана стало жалко, который изначально раздражал. Сейчас уже в середине третьего сезона. Офигенное аниме. Очень напоминает то, чем занимаются сканлитеры. Хотя бы даже в плане того, когда переводишь, и чтобы как-то внятно подать. Не дословный, подстрочный, побуквенный перевод, а именно литературный, чтобы как-то красивее подать текст читателю, то очень напоминает это все. Хотя у меня вообще ассоциации странненькие.
Может быть, только у меня такое мнение относительно Бакумана и Сканлейта. Да-да, за Сканлейт там не платят. Мы совершенно по собственному желанию альтруистичим волонтерим. Это для тех, кто там периодически спрашивает, сколько платит. Нисколько не платит. Спасибо, говорят. Спасибо, очень радует. Все-таки классно. Солнышко за тучку, стало чуть поблегче. Солнышко вышло, стало чуть поярче. Тут когда-то была сцена, когда я мелкая была, и чувак, который уже не живой, стихи читал или под гитару что-то пел. Фамилия у него такая, с яблоней связанная была. Юра, что-то такое. А мы мелкие с сестрой, моей младшей, тут тусили. Ощущение было, будто лавочки покрасили, но нет. Или я не обращала внимания, или их покрасили как-то блекло, или они такие были. Я тут как-то еще на прежнем смартбуке Магиры коридачила Никитосу. Но шумно было, куча народу прискакала, еще знакомые какие-то, которые делают очень меня не знают, но очень сильно стараются привлечь свое внимание, мое внимание к ним. Я, конечно, умею абстрагироваться, но иногда это напрягает. Тут еще какая-то повестка дня. Да, с вами еще здесь отдыхать. Не забудьте убрать за собой мусор. Какие вы лапочки. К дереву привязали. Поставили между деревьями. Вообще-то, по идее, одно дерево. Между ног дерева. Они поставили и слегка приделали, что-то у нас такое. Алюминиевая проволока. Нет, не алюминиевая, но, короче, какая-то проволока. В какой-то фигнюшке. Короче, правильно делали, что так сказали. Написали. Здесь мы с родственниками траву собирали, которую скосили, ей удобрение, оказывается, хорошо делать. А мне надо было физически что-то сделать, чтобы мозги разгрузить. Я по собственному желанию высыпался. Вон тут помойка. По-моему, это помойка. Да, помойка. Люди, граждане, кидавшие вон там и вон там мусор. Вот здесь помойка. Почему бы вам в нее не кидать мусор? Вы хотя бы не будете оказаться в глазах других, в глазах самих себя, свиньями. Стопудово в подсознании вам говорится: не кидайте мусор, он там еще, по-моему, помойка. Ладно, там яблоки какие-нибудь или еще что-то. Ну, то, что переработается, само и станет удобрением. Хотя вот это слегка дырявая помойка. Но все же помойка. Но бумажка, в принципе, она может и переработается со временем. Дождик по ней пройдет, снег, солнышко высушит. Вон тут я в тени вылезалась, моя тень. Но все же это как-то неэстетично смотрится. Птички, я вас смогу, успею уловить. То вы так быстро летаете. Я только приближу, вы ускакали. Ну ладно, хрен с вами, птички. Наскальная живопись местных жителей. А может, и не совсем местных. А может, даже не жителей, а птичка попалась, по ходу дела. Кадр. Ой, мой пальчик, который двигается, вот эту приближалку-удалялку. Бедненький, ты совсем замерз. Что-то не заглох я совсем с этим 40-летием. Не слышно их вообще. Главное, заасфальтировали площадку, где ребята, ну, короче, люди играют вот этот футбол, хоккей или что-то в этом роде. А дорогу по Цветочному полноценно заасфальтировать не судьба. В чем прикол этой России? Вроде как должны были сделать дорогу от Цветочного до Механки, но я на велике давно не ездила, поэтому как-то не знаю, не замечала, как там что. А когда ездила забирать камеру, в общем, что-то я не обратила внимания.
сделали ее или нет. Я вообще сегодня планировала на велике прокатиться, если встану пораньше, но как-то у меня не сложилось. А потом меня отвлекли по телефону. Может быть, если завтра будет не слишком холодно, хотела сказать, жарко, какой жарко дубак, не будет дождя, будет солнышко, короче, не будет слишком ветрено, то может доеду хоть до солнечного, что ли, на велике. В прошлом году я еще до середины октября каталась, кажется. А тут что-то какой-то уж совсем дубак пошел вдруг внезапно. Тут фонарь. Сейчас я, наверное, вырублю уже камеру. Потому что я хотела исключительно здесь позаписывать, походить. Тут у меня один кусочек батареи отвалился, пока я тут снимала. Кашель. Ну, думаю, все. Всем спасибо за просмотр, кто осилил до конца. И всем пока.